Закончился первый раунд Красного Була ДХР. Кандидат мастера спорта Джахангир Файзуллаев, Узбекистан. 2004 года рождения, боксом занимается 6 лет. Победитель международных турниров. Тренируется под руководством тренера Надира Иркашева. Yeah.
закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта Ильёзбек Мамат Исмаилов, Узбекистан. 2004 года рождения, боксом занимается 8 лет. Чемпион Республики Узбекистан, тренировница под руководством заслуженного тренера Узбекистана Хамидулло Турбунова. К данным соревнованиям готовил заслуженный тренер Узбекистана Батыржан Махмудов. Final round. Бой окончен. Winner by unanimous decision of the blue corner, Mamat Исмаилов.